чуваши, люди, живущие в Чувашии, примите мои искренние сердечные поздравления со столетием. Слушайте, 100 лет шуткали, сколько дел-то понаделали. И все это люди, потому что люди являются главным стратегическим ресурсом не только всей нашей страны, государства нашего родного и любимого России, но и каждого региона. Чувашия очень необыкновенно красивая по природе, по набережным, по населениям, по деревням, поселам, городочкам. Слушайте, это удивительный край. И еще раз обращаю ваше внимание, потому что это дело рук ваших, родные мои, потому что вы там живете. И сегодня говорим мы про вас, потому что вам 100 лет. Я вам желаю прекрасного развития. Особенно обращайте внимание на культуру. Культура взаимоотношений, не только петь, плясать и веселиться. Культура понимания, умение слышать друг друга. Даже когда вы спорите, кто прав, а кто не очень, все равно это культура общения, культура спора. А главное, помните, чьей земли вы уроженцы. Наша земля победоносная. Мы люди с прекрасным прошлым. Наши предки победные. И нам обязательно надо достойно нести вот эту победу и реализовывать в своей сегодняшней современной жизни. Воспитывать подрастающее поколение. Я абсолютно уверена, что руководство этого региона желает именно вот такого процветания, вот такой солидарности между людьми, вот таких взаимодействий. Да, может быть, не сразу все получается, но тем не менее, если есть желание, оно всегда свершится. Я очень часто вспоминаю, как много лет назад я была в Чувашии с огромным международным проектом «Фестиваль-марафон песни России». И к нам присоединились коллективы из Чувашии. Совершенно разные. И детки, и взрослые, и профессиональные, и студенты. Это было удивительно, потому что каждый из себя представляет удивительные традиции своего региона. А традиции – это таинство, это одежда, это всякие в одежде обереги, понимаете, это питание, какая кухня чудесная, ой, как вспомню, поэтому, что уж там говорить, наливайте, выпивайте за процветание региона, будьте счастливы, дорогие мои, потому что вы именно вместе со всеми и составляете генетический код нашего большого дома, который называется Россия. Слава Чувашии, с праздником вас, ура!